Дамы и господа, с вами Аркадий Оздоба со своими размышлениями по поводу своего собственного самоисцеления и то, чем я занимаюсь. Самое основное – это то, что то, чем я занимаюсь, для меня является самым важным. И часто мне на занятиях задают вопрос. Но ведь вот так как все, любое самоисцеление происходит через воспалительные процессы, скажите, Аркадий Владимирович, а могли ли вы, так сказать, умереть? Я, конечно, отвечаю, да, конечно, мог. Скажу вам более того, если бы я не занимался самоисцелением, я бы все равно мог умереть. Если я бы пошел к хирургам, у меня еще было бы больше шансов умереть, а даже если бы я был абсолютно здоровый, я бы умер от старости. Вопрос ведь не заключается в том, что я навязываю принципы самоисцеления. Нет. Я навязываю принципы, не навязываю, может быть, а рассказываю о своих собственных принципах самопознания, для того, чтобы человек разобрался и взял ответственность в жизни на себя, в своем духовном росте, в своем даже материальном росте, в своем физическом росте, разбираться в своем организме, принимать те решения, на которые он не доверяет кому-то, а наоборот, проверяет, получает знания и реализует их на себе, прежде всего на себе. Поэтому, конечно же, риск есть. Но, друзья мои, а в чем нету риска? Наступило время, когда вы вышли из подъезда собственного дома или даже из квартиры, и не знаете, вернетесь вы домой или нет. О каком риске тут может идти разговор? Разговор идет о том росте духовном, который вы должны пройти за эту инкарнацию. Это элементарно просто для людей, которые хотят разобраться в самом себе. Поэтому, если вы берете на себя ответственность, то вы никого и винить не будете в собственных бедах. А если вы считаете, что вам кто-то должен, хирург вас должен хорошо разрезать, вы ему заплатите денег, продадите квартиру, а терапевт должен вам дать какие-то таблетки, которые вас отправят на тот свет гораздо быстрее чеснока и лука, правда, да, полыни и чистотела, то извините меня, на кого вам обижаться? Ты только на самого себя. Поэтому еще раз повторяю. Обижаться на кого-то – это все равно, что плевать на свое собственное отражение в зеркале. Выздоравливайте, друзья мои. На сегодня все.